Этот год – год, посвященный Чайковскому, и идея, которая была мной предложена Никите Сергеевичу Михалкову, президенту Московского международного кинофестиваля, была им очень горячо поддержана, потому что это все, что называется, витает в воздухе. Он как раз в тот момент, когда мы с ним вели переговоры об этой акции, он принял решение, что церемония открытия 37-го Московского международного кинофестиваля начнется с блока, посвященного Чайковскому. Была музыка Чайковского и фрагменты из фильмов о нем или фильмов, в которых звучит эта музыка. Приехали в Клин гости, не члены жюри, поскольку члены жюри не могут находиться где-либо еще, они по уставу, по протоколу должны с утра до вечера смотреть конкурсное кино. Приехали как раз участники, то есть режиссеры, актеры, картин, которые в основном конкурсе и игрового, и документального кино, короткометражки. Что особенно важно, в составе делегации много журналистов, это члены жюри конкурса ФИПРЕСИ, международного конкурса прессы. Слово печали звучало во сне.